Завод «СКАД» в Дивногорске был запущен в 2002 году. За это время предприятие сильно подросло и уже выпускает до 2 миллионов этих дисков в год. Сейчас на заводе работают более 500 человек. Они контролируют все этапы производства литых дисков, от приготовления сплава до покраски готовых изделий. Только в 2015 году предприятие продало колес на 1 миллиард рублей. Предприятие за последние 4 года инвестировало более 20 миллионов евро в предприятие. И следующий этап, следующие 2 года, еще там 12-15 миллионов евро в наших планах инвестировать. Соответственно, это еще плюс там, 150 человек рабочих мест. Бизнесмены рассказывают, сейчас для предприятия непростое время. Несмотря на то, что продукцию завод поставляет более чем в 20 стран, в том числе на ведущие автоконцерны, из-за сложной экономической обстановки в мире некоторые зарубежные партнеры сокращают заказы. Виктор Зубарев пообещал рассмотреть механизмы, которые помогут предприятию увеличить экспорт и тем самым выйти на качественно новый уровень. Те лизинговые сегодня современные схемы, которые позволят приобретать новое оборудование, выходить еще на более новый уровень, хотя здесь уровень мировой высочайший, но и тем не менее лизинговые платежи, субсидирование тех процентных ставок, мы всегда говорим, для предпринимателя очень дорогие деньги сегодня. К слову, такой поддержкой может заручиться не только Дивногорский СКАД, но и другие краевые предприятия, в планах у которых расширить производство и увеличить мощности. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.